Здравствуйте. А можно? Подожди. Примерно. Я нахожусь на станции Чкаловская, Люблинско-Дмитровской линии метро. Теперь я поеду на Печатники, на станцию метро Печатники. Итак, что же я там забыла? На станции метро Печатники есть съезд в электродепо Печатники. И я там иногда приезжаю, снимаю поезда, посадки нет. Сегодня будет то же самое, только в пределах видеопоездки. Смотрите, что вот это желтое на посередине пути. Может, это смазка какая-то, не знаю. В общем, едет наш номерной. Идея, это уже не парадный номерной. Народу много. Садимся, вон там. Обычный, типичный номерной. В обычном окрасе. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Римская. Лампы более длинные. Выход к железнодорожной платформе Серпомолот. Наземный переход на станцию Москва-Товарная. Второй диаметр. This is Римская. Change here for Площадь Ильича, Line 8 and D2. О подозрительных предметах сообщение. Обновленный номерной. Станция Крестьянская доставка. Дубровка. This is Dubrovka. Change here for Moscow Central Circle. Кажуховская. Мы едем до... Я еду. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Кажуховская. The next station is Кажуховская. Съезд в разворот из Пикмана. Съезд из Кагана использовался постоянно. Для разворота поездов во время закрытия Кажуховской и Печатников. Это было совсем недавно. Один из первых дней работы станции. Даже еще указатели, что станция не работает, остались. И поэтому часть людей думает, что по-прежнему закрыта станция. Но КМ почему-то не ходит. Потому что станции открыли. Печатники. Платформа вообще пустая. Наверное, нет, посадки нет, значит, не было. Проехал так, что обычный поезд. Значит. Ну что же. Будем ждать. Номерной. Странно, что все остальные поезда были с много людей, были все забиты, а в этом практически никого нет. Возможно, этот поезд ехал от Чкаловска. Напишите свое предположение. Нет, от Селигерской написано. Даже не знаю, что написано, что он ехал от Селигерской. То есть это значит, что по полному маршруту. Непонятно, напишите, пожалуйста. К сожалению, я ничего не заснял, и у меня мало времени, я ухожу с этой платформы. И
буду, я проеду на маршрутке, ну и в общем платформа депо, но депо уже не буду показывать. Я, в общем, ну в общем, я здесь ничего не заснял, ну я пошел. Короче, я иду здесь и заодно покажу новый переход. Я, правда, его снимал, да, уже в коротком видео, но не выкладывал. Было лень, и не захотелось, в общем, здесь новый переход. Но он тут уже довольно давно. А хотя светофор по-прежнему остался тот. Ну, переход этот новый, ну, как сказать. Вот нас больше где-то год назад меняли. О! 292-й рестайлинговый застрял. Сломался, что ли? Да. Так, поехал. Рестайлинг. Дали на маршрутку, поэтому мы поедем на рестайлинг. Автобусе маршрута 292. Вот так. Вот. А вон он остановился. Пойдем. Я делаю. Но в этом рестайлинг. Но в этом рестайлинге в том автобусе. А ты монет приложил? Ну, в рестайлинговом автобусе маршрута 292 все примерно так же, как и в обычном. По 292-му ходит как рестайлинг, так и обычный автобус. Шоссейная улица, дом 4. Следующая остановка – шоссейная. Весна. Там около пятерочки стояла полицейская газель и еще одна машина полиции. Мужики из полиции то ли стояли сами, то ли выясняли что-то с людьми. Но машины интересные. Не заки. Улица Кухмистера. Я выхожу. Следующая остановка. Шоссейная улица. Рестайл. Итак, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на данный канал, кто этого не сделал. Всем до скорой встречи.
Пока. Когда не работает светофор? Все машины все время. Когда не работает светофор, абсолютно все машины, все люди, и все абсолютно все машины. И не, но не пешеходы считают, что для них горит зеленый. Им кажется, что для них горит зеленый, когда ничего не горит. А пешеходам перейти труднее.